dvhub.ru. Скоро мировая премьера популярного сериала «Игра престолов». Расскажите, кто достоин занять «Железный трон»? Не смотрю. Ой, я, знаете, не смотрю «Игру престолов», у меня мало времени остается. Я смотрю другой. Смотрел недавно другой сериал, кое-как выкроил себе время. Про «Игру престолов» очень много слышал, рекомендуют, но знаю, что сериал продолжительный очень, и смотреть его надо сначала. Ну, может быть, потом как-нибудь гляну. Так я. Я знаю некоторых персонажей, но ответить на ваш вопрос я не могу. Я нет. Пока не знаю. Буду смотреть 7-й сезон. Маленько начало какое-то смотрел. Не знаю, не смотрел. Ну, это я не знаю. Я не смотрю эти вещи. И поэтому не могу не сказать ничего. Я не смотрю. Там вариантов даже 3. Либо Сноу. Но он, как правитель, он никакой. Но как человек, грубо говоря, хороший, он может занять. По уму может занять Тирион. Ну а больше, скорее всего, имея в падаванах Тириона, Дейнерис. Ой, я такое не смотрю, не знаю, ничего не скажу вам. А я не знаю, я не смотрела «Игру престолов». А, не смотрю вообще. Не серии, вообще даже не заинтересован никак. Не смотрел ни разу, вообще не интересно. Ой, не знаю, не знаю. Я далека от этого. Не смотрела. Я вот даже не могу сказать ничего. Не знаю, не смотрю. Ну, я редко смотрю этот сериал. Самый уматный и прикольный. dvhub.ru